отомщу. С дороги! Thank you.
Listo. Thank you.
Ко мне, братья! Правимся. Прикончим эту тварь и дело с концом. Да, вверх у тебя не было. Что? Вот ты где! Как стараюсь! За ним! Место хорошо охраняется. Что? Тебе здесь не рады! Сила. Ух ты! Откуда? Тревога! Сюда! Я помогу! Муха не пролетит. Надо было тебе бежать. Настоящий бой.
Эй, ты что, совсем глупый? Что? Пора тебя раздавить, букашка. Он говорит правду. Оставь его, или пожалеешь. Он тебя больше не тронет, Нэп. Я Халакуф. Поделом ему за жестокость. Но почему фараон не карает их, а не как стервятники, готовы ободрать до костей? Ты не можешь платить? Нет работы, нет денег. А теперь Себек злится на нас. Отправил фараона затопить поля, что ближе к реке. Ты видел мертвеца? Кошмар наяву. Чудовище. Мой брат попал под бессмертный взор царя, а я убежал. Струсил. Вряд ли брат хотел твоей смерти. Покажи поля. Найдем источник бед и почтим память твоего брата. Я всегда платил исправно. Но многие бежали от проклятия. Их поля пустуют. А обереги? Они не защищают? Символы — это просто мазня на стенах пустых домов и очагов. Но мы стараемся, иначе умрем. И Себек теперь зол на тебя? Я каждый день работаю, молюсь об изобилии. А он присылает бессмертного царя. Где он проходит, там течет вода. Вода, которая унесла мои инструменты. В реку Великого Ила. И всех, кто рискнул кормить его скалящихся детей. Невыносимая трагедия. И нам нужны кирки, чтобы подвести воду к полям. Лучше бы фараон забрал меня вместе с братом. Зерно готово к уборке, но без наших серпов оно погибнет. Я верну твои инструменты, Халакуф. Я не боюсь гнева Себека. Конечно. Ты и быка от коровы отгонишь. Спасибо, Сэнни.
вытащить инструменты из него. Держимся вместе! Инструменты крестьянина. Собрать урожай. Твои инструменты. Чуть потрепанные, но все еще острые, как зубы Себика. Это чудо. Я ошибался. Обереги не остановили мертвого царя, но привели тебя. Орла среди стервятников. Береги себя и своих людей, Халакуф. Почти память брата хорошим урожаем. Пусть у тебя будет 1000 хлебов, брат. Thank you.
должны здесь заметить. Эй, ты! Кто? Замри! Нужно быть осторожным. Что? Что ты? Зараза! На куски порву.
Эй, ты! Никого. Предала всех. Как ты смеешь тревожить предков? Ты оскверняешь гробницы, нашу историю. Аутем их все равно разграбил бы. А так я могу спасти хотя бы что-то. Спасти? Ты способна пожертвовать всем, если понадобятся деньги на ставки. Жрица, прошу, не надо, спокойно. Поверь, правосудие свершится. Это не фараоны. Это наши братья, отцы, матери. И поверь мне, их кара будет суровой. Странная у тебя привычка, Байк. Ждать до последнего. Так ты заодно с расхитителями гробниц? Наша перебранка во время игры не осталась незамеченной. Мне дали выбор. Тюрьма
Или помощь солдатам в этих гробницах. А, так значит, Мерти говорила о тебе. Ты исследовала ритуал Маат, да? Боги, не так громко! А. Если люди Аутема узнают, что я что-то от них скрываю, идем со мной. И прошу, постарайся не привлекать к себе внимания. Записи о Маат здесь, внутри царского некрополя. Я еще не успела изучить их все, но там есть рыжие почитатели. Сфера. Стой. Может, речь идет о потомках Рамзеса? А, кстати, о великом фараоне. У меня есть чудесный папирус. Может, мне стоит увидеть ритуал воочию? Будь осторожен. В гробницах полно людей Аутема. Если ты найдешь сферу, можно будет взглянуть? Артефакт, наследие самих богов. Такое бывает лишь раз в жизни. Раз? Ха, к несчастью, нет. Пусть клинок сразит всех твоих врагов, Байек. Аккуратно. Ребенок? Их святотатство безгранично. Этот стратег из Абу должен ответить перед Осирисом. Сюда! Ну где же ты? Где? Связано с ритуалом.
жрецы Эхнатона? Но где же лучи? Потомки, о них говорил Тахимет. Кто-то использует сферу. Может, фараон? Или Нефертити? Женщина держит над головой реликвию. Жена Атона? Нефертити? Реликвия обладает силой? Или это символ? Наследники Рамзеса выходят вперед. А ритуал? Он посвящен не богине истины, а какому-то другому богу. Корона Амона? Этот ритуал позволит Маат возродиться в нашем мире во имя владыки Фиф. Супруга бога Амона с ним рядом. Реликвия у жрецов. Она лгала мне с самого начала. Исидора навлекла на нас проклятие. Она пыталась оправдаться. Спор Исидоры с Тахимет. Не здесь ли похоронена ее мать? Оставила подношение, чтобы искупить вину грабителей. Письмо от Исидоры? Мать Исидоры сидит по правую руку от Амона, как жена бога. Грабители убили Нитокрис, когда она пыталась остановить расхищение гробницы. Мать хоронила Исидора. Она получила сферу по наследству. Она поклялась отомстить, но случая не было. До этого момента. Спустя годы, Мерти пришла исправить содеянное другими. Истинный источник проклятия. Девушка, потерявшая мать, молила богов о мести. Взгляни на это. Скажи, что ты видишь? Вижу тебя. Все как всегда. Сидишь над папирусом и теряешь больше, чем выигрываешь в кости. Знание еще не значит мудрость, Байк. Ты наверняка слышал о Рамзесе II, так? О великом фараоне. О отце сотни детей. А? Он. Это он восстал из мертвых. Это точно?
Так написано. Это странно. Ведь тексту тысячи лет, не меньше. Великий правитель. Его душа расколота. Но зачем он вернулся? Мстить? Или завершить какое-то дело? Похоже на то. Стой, Байек. Дай взглянуть, пока есть возможность. Имя фараона. Тень фараона. Древний ритуал. Все здесь превосходно. Если он такой же, я знаю, что делать. Но мне нужен папирус. Конечно. Так, сколько дашь за находку?